российский военный эксперт Алексей Хлопотов. В случае новой войны Азербайджан при поддержке Турции должен, не стесняясь, занять всю территорию Армении и уже с позиции победителя, с позиции силы, транслировать свои условия. Хочется предостеречь европейцев. Какие бы ни были у них договоренности с Арменией, они должны понимать, что она их обманет. Банально просто попользует, прошу прощения за сравнение, потерется и выкинет. С другой же стороны, Пашинян также делает большую ошибку, думая, что получив статус жертвы, сможет обеспечить себе такую же поддержку мирового сообщества, какую сегодня имеет Украина. Дело в том, что все ресурсы так называемого Объединенного Запада сегодня брошены именно в Украину. Никто не станет помогать Армении в новой войне против Азербайджана. И в этом смысле ситуация крайне благотворит коалиции Азербайджан-Турция-Израиль. В случае новой войны Азербайджан при поддержке Турции должен, не стесняясь, занять всю территорию Армении и уже с позиции победителя, с позиции силы, транслировать свои условия. Все шансы для этого есть.